Хохлушки есть? Есть. Ты хохлушка? Да. У меня получается ли это, сейчас куплет один вспомню. Мне просто интересно, есть ли у меня сильный, серьезный акцент. Ой, это я не смогу снять. Акцент украинский? Да. Хорошо. Ничего. Приятно было обнаружить, что среди нас есть преданные фанаты Сергея Зверева в лице Романа Сергеевича. Вот, он мне перечислил все 5 бесконечных хитов Сергея. Вот, что меня очень порадовало. Я думал, что он стилист, а он, оказывается, поет. Прекрасный акцент. Ну как? Есть акцент. Наше сало заришься, да? Блять, какая? Я бы твою зону оральную подчеркивал бы красной помадой, перескил там такой. Не взяла с собой. Ну так какой-нибудь девчонок, ну. Или карандаш. Да нет с собой. У меня есть карандаш. Дашь мне? Но он у меня не красный. Не красный? У нее свисток такой, подающий надежды. Он большой, и когда много работает, то трещинка такая. Мне это так, ничего, я так люблю таких вот со свистком.